Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, я рада представить вам свой новый видео-мастер-класс по лепке тигровых лилий. Свою ветку я лепила с живого образца, поэтому здесь повторены все ботанические детали и подробности реального цветка. Я специально выбрала более сложный вариант с интересной тонировкой, потому что если вы научитесь делать такую, то вы сможете сделать и любую другую классическую лилию, которые продаются в цветочных магазинах. Для этого мастер-класса нам с вами понадобится всего лишь один вайнер и каттер для лепестка. Все остальные детали я научу вас делать вручную. Мы узнаем много новых интересных техник, как в лепке, так и в тонировке. Расскажу вам все секретики, как сделать абсолютно живую и реальную тонировку цветов и листьев. Вообще, мой муж сказал, что это лучшее, что я сделала на данный момент. В принципе, я с ним согласна, она получилась просто фантастической. В описании к этому видео я оставлю ссылку на свой сайт с видео-мастер-классами, где вы сможете его приобрести. Если у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, обязательно пишите мне. Я с радостью вам отвечу и проконсультирую вас. Спасибо за внимание и всем отличного дня! Пока-пока!